вот еще ходил. Нулевой. И вот, короче, у нас такая дичь, или знаешь что? Типа, четырехязычие, английский, казахский, русский, немецкий. Скорее всего, еще добавить французский. Будет 5 языков. Во-вторых, за четверть дается всего 3-2 оценки ставить за четверть. Всего 2 контрольные работы по ним ставятся оценки за четверть. То есть я одну написал на 4, другую на 5. Третью, это финальная третья, за нее дается больше всего, знаешь, упор на нее дается. Написал, не знаю, на 5-5 и последнюю на 4 у тебя будет 4 за четверть. Вот такая дичь. Дичь. Кстати, Сабрик, привет. Если ты пока не ушел, потому Сабрик, что я привет. Тебя только сейчас наметил. Короче, я давно хотел спросить last, у россиян. Ласт, тихо, ласт. Дядя. Ну и чё ты мама, там хотел спросить? Мама, я в Ютубе! Я в Ютубе! Короче, я хотел... О, кстати, 300 демонов, пацаны, 300 демонов. ГГ. ГГ. Наконец-то, я все-таки смог. 746 попыток, ладно, с копией я попытки, зачем мне считать их, так, лайк, хард, что ты там меня хотел спросить? Ну, алло. У вас в школах в каждом кабинете на пол стены есть статы Путина? Нет. А, блин, ну вот. Цитаты Путина у нас есть только в одном кабинете. В кабинете ИЗУА. Seriously? Да. Короче, у нас на каждом этаже, в каждом кабинете практически цитаты Назарбаева. Лалка. Ну ладно, пацаны, я стрим заканчиваю. Всем бубы.